ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. По итогам этого турнира будет создан рейтинг, на основании которого 18 участников в определенных разрядах, в других разрядах 30 участников проходят на первенство Свердловской области. Оно состоится на следующей неделе уже. В данном турнире порядка 450 спортсменов принимают участие. Это вся область. Плюс еще, поскольку это региональный, мы имеем право приглашать из других регионов. И у нас здесь и Ханты-Мансийск присутствует, и Пермский край присутствует. Поэтому вот такое количество. У каждого разряда существует либо одна программа, это произвольная, либо в спортивных разрядах есть. Вот третий спортивный в данном случае сейчас выступает. У них одна программа произвольная. Второй, первый спортивный — кандидаты в мастера спорта. Они выступают по двум программам. Они выступали вчера и позавчера. У них была обязательная короткая программа и произвольная. Тяжело выбирать? Ну, наверное, да, потому что, конечно, есть дети, которые посильнее, есть, которые послабее, есть средний, да, какой-то контингент. Но если смотреть из сильных, из них тоже кого-то тяжело выбрать, да. И, конечно, система отбора, она в первую очередь, наверное, зависит не от того, как нам нравится, не нравится, да. А все-таки у нас есть техническая сторона, и если она очень сильная у спортсмена, то тут чистой воды все влияет только от него. Если он катается чисто, и он получает те баллы, которые ему позволяют занимать место достаточно высокое, и это место ему дает право на то, чтобы попасть на первенство области. Соревнования, все массовые мероприятия проходят без зрителей, и зрители не допускаются, и все это контролируется. Обязательно термометрия, обязательно запись в журнал при входе сюда, в Ледовый. Все, вы видите, что все находятся в масках, кто присутствует, да, судьи у нас точно так же, в принципе, да. Дистанция соблюдается, и спортсмены выступают и покидают, в принципе, место. Беспокойные родители имеют прекрасную возможность смотреть онлайн-трансляцию, либо они в раздевалке, либо они находятся внизу. То есть на сегодняшний день, в принципе, в нашей федерации созданы все были условия для того, чтобы мы соблюдали этот режим и чтобы родители имели возможность наблюдать все-таки за детьми. Потому что насколько вот мы общаемся с областями, с другими, некоторые, к сожалению, даже не имеют возможности соревноваться. И в связи вот с этой пандемией, конечно, есть области, в которых дети уже год не соревновались. И по своему опыту, вот я вам скажу честно, что это беда. Потому что очень тяжело мотивировать детей, когда они не понимают, к чему они стремятся. И мы, конечно, благодарны нашей федерации, что вот у нас все-таки это все соблюдается, все это проходит. И как-то нам проще все-таки работать с детьми, потому что они знают, ради чего они работают.